Меня зовут Катя Медведева, ученица Нарвской Солдинской гимназии 1 А класса. Я посвящаю это стихотворение всем погибшим в войне. Сергей Погореловский, имя. К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом. Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он, погиб в обороне. Могила ни слова о том не проронит, ведь надписи нет, безответна могила. Знать грозный тот час не до надписи было. К окрестным старушкам заходят ребята, узнать, расспросить их, что было когда-то. Что было, ой, милые? Грохот, сражение, солдатик остался один в окружении, один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один, а сдержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем в село забегал он. Так сказывал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердешного тут схоронили у старой сосны безымянной могиле. На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное найдет адресата. В столицу доставит его почтальон. Письмо прочитает министр обороны. На списке просмотрят за записью запись. И вот они! Имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных. Еще один станет посмертно, бессмертно. Старушку с Урала обнимут ребята. Сведут ее к сыну, к могиле солдата, чье светлое имя цветами увито. Никто не забыт и ничто не забыто.